Всем здорово, дорогие друзья, с вами Даваска. Ну что ж, с это с пропуском. Я не знаю, почему вокруг него такой ажиотаж. Пропуск вроде бы и такое есть себе, и наборы такое себе. Но прям под каждым видео комментарий, когда сеты с пропуском. На стриме через каждые минут 5 вопросы, когда сеты с пропуском. Настало время пособирать сетики с пропуском. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита. Погнали. Но перед началом этого видео я хочу вам показать видосы от плюшки, которая Саша, которая Даваскина. Если я в этом видео покажу мужские сеты, то вот вам подборочку женских сетов, чтобы женская аудитория тоже кайфанула и посмотрела на красивые сеты. Мы по стандарту садимся на рахате, офигенно. Залетаем в команду, чтобы нас никто не приглашал. Далее отключаем вот эти все галочки, выбираем пропуск, вот такой вот он у нас. Что хочу сказать, грим тоже давайте сразу же скинем. Мне во время заборки сетов зашел вот этот чисто белый. Это же он, сейчас я проверю, посмотрю. Спасибо. А маску можно? Да, нет, это не он. Вот этот, вот он, все. Так, оставляем его, дальше пихаем вот эту голову с пропуска. Это какие-то куклы. Штаны довольно-таки сложные, но под штаны вроде бы один торс я для вас подобрал. С торсом тоже пару сетиков. В основном сеты будут со вторым и третьим уровнем. Итак, приступаем. Я тут пару сетиков для вас заскринил. Так, этот сет с торсом, поэтому мы погнали по сетам с головой. Во-первых, вот это вот все я даже примерять не буду, а объясню почему. Вот этот торс смотрится интересно, но красивых штанов я под него подобрать не смог. Единственные, которые более-менее неплохо смотрятся, это вот эти. И также можно сюда пихнуть либо белые кроссы, либо вот эти. Все. Поэтому мы сразу же опускаемся до бесплатного пропуска. Он у нас был вот этот. И вот он смотрится вообще шикарно. Дальше мы сюда пихаем штанишки. Сейчас покажу, какие. Не вот эти, а где они? Они же где-то тут. Я прям перед видео сидел. Вот они. Все, вопросов не имею. И кроссовочки, где-то они вот тут. Прям сверху они были. Я прямо чуть-чуть листанул. И вот уже эта обувь была. Но сейчас по стандарту я этих кроссовочек не наблюдаю. Ну, как вариант, можно, кстати, пихнуть вот эти. Но как будто бы я прям вот тут вот их где-то сверху сразу же... Во, все. Вот они. То есть, под эту голову нужен торс, который вот прям максимально закрывает шею. Если по кайфу, то черная водолазка, какие-нибудь джазовые штанишки и светлые кроссовочки. Все. В принципе, тоже довольно-таки интересно. Также можно штаны ангела, потому что тут глазки у нас синие. И тоже вот такой вот сетик у нас получается. Так, с головой все. Ну, давайте еще посмотрим один на торс, чисто ради интереса. Он, по-моему, вот этот. Ну, тут шея голая, поэтому все мимо. А были бы вот эти торсы, вот цвет глаз, именно бирюзовые, а не синие, было бы лучше. Вот этот я тоже хотел бы рассмотреть. Но к нему мы вернемся вот прям чуть-чуть попозже. Именно к этому торсу. Вы просто его запомните. Так, сеты с торсом. Под этот торс я нашел только одни красивые штаны, которые прям прикольно подходят. Другие все более-менее норм, но идеальные только вот эти. Дальше два варианта, ага, два варианта причесок и масочек. Так, кроссовочки мы пихаем вот эти серые, потому что они сюда подходят как нельзя лучше. Дальше масочку мы тоже пихаем с пропуска, объясняю почему именно эту. Вот этот капюшон и маска одинакового серого цвета. Если мы сюда пихнем вот эту, то масочка у нас черного цвета, а воротничок серого. Да, конечно, можно поискать и поподбирать
масочку прям точь-точь цвета. Это мы будем использовать во втором сете. Также можно сюда голову вампира. Она смотрится великолепно. А дальше, что еще можно? Давайте быстренько чекнем. Это мимо. Еще можно на повязку ассасина, кстати. Это слишком серое. Это тоже слишком серое. Вот это на любителя. Ну, тут глаза огненные, я тоже мимо. В общем, я решил сильно не заморачиваться. И вот это первый сетик. А второй, получается, нам нужен капюшон. Опять же, с бесплатного пропуска. Вот этот. И банданку тоже с пропуска довольно-таки старую. Вот эту. Опять же, если вдруг у вас этого по каким-то обстоятельствам нету, то и маска марионетки, да и в принципе любая масочка сюда подойдет. Издалека вообще практически не различается то, что это два разных цвета. Но так как я люблю докапываться абсолютно до всего, и сам сеты я подбираю практически идеальные все, то вот так вот можно оставить. До чего можно докопаться в этом сете? Это то, что на капюшоне есть бирюзовые цвета, а больше в сете бирюзового нету. Но мне вот именно с этим торсом захотелось подобрать какой-нибудь капюшончик. Дальше давайте пробежимся по штанишкам, но перед тем, как это делать, мы поставим вот эту масочку и вот эту причесочку. Пробежимся быстренько по штанишкам. Штаны должны быть в идеале точно такого же цвета, что и торс. Вот эти на любителя смотрятся. Но вот эти штанишки прямо мой фаворит, и я уже бы ничего лучшего, кроме них, не вижу. Вот эти тоже довольно-таки интересные. Это черно-бело-золотые, вообще мимо. Тоже такое себе. Вот это все. В общем, я протыкал все штаны и пришел к выводу, что вот те, которые я показал самыми первыми, они самые лучшие, и все. Остальные на любителя. Кстати, по-моему, именно под этот торс прикольно смотрятся штаны марионетки, если я не ошибаюсь. Нет, это под другой торс, я смотрел. Дальше, штанишки. Давайте посмотрим. Под штанишки давайте пихнем вот эти кедики. Дальше, по-моему, вот эту курточку я подбирал. Масочку какую сюда. Идти по дефолту не хочу. Именно бело-серая масочка и серая причесочка. Поэтому давайте подберем что-нибудь интересное. Потому что по дефолту я собирал с тем, что я описал. Давайте даже вот эту полосочку оставим. И причесочку можно вот эту. Вот такой вот эсетик получается, особенно со спины смотрится довольно-таки круто. Также эту курточку, так как тут у нас торс и кроссы с одного и того же набора, но кроссовки заменить не составит труда, можно опихнуть вот этот торс. И, ну, тут есть золотые эффекты на торсе, если прямо докапываться, можно вот эти кроссы сюда пихнуть. Но вот с этими серыми мне заходит больше всего. Все. Других торсов под эти штаны нету. Я думал, можно вам показать вот эту курточку, но цвета опять же разные. Тут-то тоже разные цвета, тут тоже. Если только подбирать какой-нибудь голый торс, наподобие вот этого. Но, кстати, под эти штанишки мне зашел, сейчас я вам покажу, вот этот торс. Он прям голубоватый, в цвет штанишек более-менее. И также довольно-таки интересно смотрится. И также, если я не ошибаюсь, вот эта курточка тоже по цвету более-менее подходит. Но фиолетовые вот эти элементы меня прямо чуть-чуть подбешивают. Поэтому они мимо. Этот торс, тут красные элементы, только если уже играться с кроссовочками, может быть, даже с причесочками и масочками, собрать что-то типа такого, и будет неплохо. Но, опять же, если прямо сидеть и дорабатывать, можно забить и заделать вот так, можно заделать как-нибудь вот так вот, и будет тоже довольно-таки неплохо. А дальше мы переходим к обуви, и вот с обувью уже тут чуть-чуть интересная ситуация, потому что это капец какие говнодавы,
они по форме и форм-фактору очень-очень огромные. Но если мы пихнем сюда вот эти штанишки и обуем вот эти кидосы, вы можете сказать «Вау!». Но это «Вау!» закончится так же быстро, как и появился вот этот «Вау!-эффект». Потому что идеального торса под эти штаны в игре нету. Я перетыкал абсолютно все торсы, которые у меня есть. И самое, что идеальное, это голый торс с BTS, вот этот. Либо просто голый торс с белыми татуировками, сейчас я вам тоже его покажу. Других идеальных торсов под эти штаны во Free Fire просто не существует. Если пихать чисто белую рубашечку, такое себе. А белые татухи, в принципе, оттеняют и торс, и обувь. Тут можно просто поиграться с прическами и масками, можно заделать что-то типа вот такого. Можно на даже вот эту кепочку сюда пихнуть. Можно даже эту масочку, конечно, нет. Эту тоже. Ну, по дефолту, если идти, то можно вот так вот. Но тут у нас, вы видите, да, анимацию на обуви. Поэтому анимация должна быть и на торсе. Так, поэтому нам нужен торс от BTS, и можно даже какую-нибудь голубую причесочку рассмотреть, может быть, будет интересно. Эта прическа мимо, можно какую-нибудь вот такую, кстати, интересную, пихнуть с завитушками. Либо же чисто белую, вот такую, и все, и даже не заморачиваться. Вот такой вот сетик у нас получается. Это самый лучший сет с этими с этими кроссовочками. Можно также сюда запихать... вот эти штанишки, потом вот этот торс, и тоже вот так вот это все оставить. Но вот эти синие элементы, именно анимации на обуви, их с этим больше нигде нету. А другие штаны, если мы будем пихать сюда штаны ангела, будем пихать сюда вот эти штаны, то нужен какой-нибудь анимированный торс. И, к примеру, вот тут у нас все бирюзовое, снизу все синее, тоже по цветам не подходит. Если вот эти штанишки мы сюда пихнем, то анимация у нас идет больше такая светло-синяя, либо же голубая. Под эти штаны это тоже не подходит. Под эти штаны тоже не подходит. Можно, кстати, взять вот эти штанишки как вариант. И вот их, кстати, я пропустил, когда сет собирал. Так, какой сюда можно торс? Это же с одного и того же набора, да. Так, тут вроде бы был какой-то неплохой торс. По-моему, даже вот этот. Потом сюда можно пихнуть что? Чисто это черную масочку? Нет, бирюзовую мимо. Вот эту синюю. И завершить это все можно какой-нибудь чисто черной причесочкой. Например, вот этой. Либо же можно даже взять какую-нибудь вот такую. Давайте посмотрим. Вот это смотрится прикольно. Под анимацию на штанишках, на обуви и на причесочке. Все. Это все, что можно собрать с этой обувью. Дальше мы переходим к сетам за второй уровень. Танцая, спасибо, я не хочу. Так, что мне понравилось? Во-первых, довольно-таки... А я вот это пропустил, так что к этому мы вернемся. В принципе, можно рассмотреть какой-нибудь чисто черный сет, да наподобие вот такого. Но тут ни бирюзового, ни желтого больше нигде нету. Но прикол в том, что это практически чисто черный сет. И плюс очень круто вот эта куртка закрывает голую шею. И глаза... они как бы больше сет выделяют. И это больше как бы плюс, а не минус. То, что больше бирюзового цвета в сете нету. Конечно, можно опихнуть вот эти кроссы. Но с вот этими берцами мне это все заходит в разы больше. Так, где мои сеты с этим торсом? Так, первый получается... торс у нас идет где-то. Вот этот... дальше штанишки, по-моему, вот эти, да, и обувь Astro. Вот, это второй сетик с этим моторсом, и этот сет собран не под цвет капюшона, больше под вот эту бирюзовую анимацию. Так, следующий сет, нам нужен торс команда. Ох, как далеко до него листать. Вы, конечно,
Вам-то по кайфу это все сидеть и смотреть, а мне так пролистать где-то 800 торсов. Да ладно. Так, у нас торс команда вот такой вот. Дальше мы сюда пихаем штанишки, которые опять все находятся внизу. Кстати, сейчас эти штанишки бесплатные, поэтому торс команда вообще продается в магазине, если ли я не ошибаюсь, поэтому можете приобретать, если понравится. А обувь Астро, честно говоря, не помню, где сейчас можно ее достать. Так, штанишки нужны вот эти, объясняю. У нас есть бирюзовые глаза и золотые элементы на противогазе. Бирюзовые вставочки на торсе, желтые элементы на торсе. Сами штаны зеленоватого оттенка с золотыми элементами. И кроссы. Кроссы я не знаю. Честно, на можно посидеть, потыкать, подрабатывать. Вот эти кроссы можно, вот эти кроссы можно. А другие, честно говоря, я даже не смотрел. Я на Астра остановился и все, и забил. Дальше несколько. Вот эти, кстати, можно. Эти, конечно, нет. А давайте посмотрим те, о которых я говорил в самом первом сете. Вот эти. Такое себе. Все. Это второй сетик с этим моторсом. Давайте посмотрим теперь. Аллилуйя! Вот он. Так, мы сюда пихаем штанишки с недавнего пропуска, по-моему, вот этот, потому что они сюда прям вах как подходят. И кроссовочки, по-моему, даже вот эти можно пихнуть, либо же можно чуть-чуть заморочиться, и где-то вот тут вот есть кроссовочки, вот эти. Нет, они не сюда, они под какой-то другой сет, поэтому давайте не заморачиваться и пикнем вот эти кроссовочки. Вот, еще один сетик с этим, с этой масочкой. Далее. С торсом, честно вам скажу, сета я не собирал, потому что, ну, максимально угарный. Давайте подберем сюда маску Чумного Доктора, потому что, как по мне, она идеально и по стилю, и по цветам должна подходить. Ну, по цветам нет, но она больше серая. Но давайте посмотрим. Так, чисто ради угара, какие штаны можно сюда пихнуть? Вот эти нет. Ой, какой засвет отвратительный. Ну вот эта золотая бляшка смотрится интересно. О, вот эти штаны давайте оставим. Обувь-то какую? Ага, ну если только вот эту. А что сюда можно еще лучше-то подобрать? Ну какие ядрищевские ручки? Ну что это за торс? Это ужас. Давайте я вот вам, так сказать, показал вот эту всю основу. А дальше вы уже додумаете сами именно про чесочку и масочку. Потому что лучше вот этого я вряд ли сегодня подберу. Ну, торс отвратительный, просто ужас. Дальше, это сетик от подписчика на стриме. Он мне его посоветовал. Нам нужны штанишки вот эти черные. Дальше нам нужен торс с этого пропуска за третий уровень. Дальше нам нужны красные дреды. Я обещал ему показать этот сет в видосе. Я это делаю. Потом он советовал вот эту масочку, но когда я посидел и подбирал, а чё, только не слети. Но почему слетает? Почему все через задницу сделано? Раньше как было хорошо. Взял выбрал прическу. Хрен она слетит. Так, я на стриме подбирал офигенные сюда. Во! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это чудо. Вот торсы штанишки это один и тот же пропуск, но разные уровни. И вот это смотрится офигенно, потому что у нас как бы вот такие а-ля кукла и на торсе, и на штанишках. Вот это смотрится интересно. Дальше, что можно еще пикнуть под эти штанишки? Именно в черно-красном цвете любой черно-красный торс. Можно даже вот такой вот, хуже не будет. Дэншо на любителя. Это сюда есть лучшие штанишки. Дальше этот пропуск нормально. Этот торс нет. Вот эта курточка пойдет. Эта курточка пойдет. Самурайский сет мимо.
И так далее. Что я вам буду рассказывать? Любой черно-красный торс, который вам заходит, вы сюда пихаете. Понравился вам вот этот? Ради бога. Понравился вот этот? Пожалуйста. Я бы отдал предпочтение все-таки вот этому. Нет, вот этой с анимацией. Вот такому. И вот это довольно-таки интересно. Да, если прямо докапываться, тут есть золотые элементы. Почему их нельзя было заделать красными, я без понятия. Возможно, из-за того, что торс пропуска именно такой, ну, тут у него тоже шарниры золотые. Поэтому они заделали вот так. С обувью, опять же, друзья мои, хрен знает, что собирать. Потому что тут вылезает бирюзовая анимация, которая никому тут не упала, не интересно. Если только подбирать сюда... Где эти штанишки? Не вот эти, вот эти штаны. Дальше торс вот этот. И что мы сюда подбирали? По-моему, масочка была какая? Вот это прическа. Ой, честно говоря, не помню. Давайте чисто черную сюда пихнем. Вот, типа анимация на обуви, на торсе. И вот так вот это все выглядит. Все. Дальше, сеты с третьим уровнем, и у меня для вас ничего не подготовлено. Поэтому в эфире наша любимая рубрика «Импровизация». С головой, опять же, любой сет, который вам заходит, то есть понравился, вот такой, вы от него кайфуете. Вы говорите: «Вайб, друзья мои, что это за сет?» Пожалуйста, в нем играете и получаете удовольствие. То же самое, что-то типа вот такого. Либо вот такого. Самое главное, чтобы эта маска понравилась именно вам. Вы ее пихаете просто в любой сет, от которого вы кайфуете. И все. Получаете удовольствие от сета и от игры. Идем дальше. Торс. С торсом мы уже подобрали. Давайте посмотрим какие-нибудь другие штанишки. А по поводу масочки, скорее всего, все по дефолтному. Что-то типа вот такого. Чисто черные штанишки. Опять же, на любителя. Все сеты вообще в этой игре на любителей. Я показываю, если вам они заходят, и у вас есть возможность их повторить, вы собираете. Все. Ну как бы тут все просто. Торс голый с красными эффектами. То есть любые черно-красные, да, даже сине-красные штанишки сюда подойдут. Серо-красные тоже. Пожалуйста, надевай. Не хочу. Дальше... Шортики. Вот шортики, тут скрыты вот эти ноги, именно шарниры. Поэтому давайте под шортики что-нибудь подберем интересное. Какой-нибудь прям красивый красненький торс. Можно даже белую прическу, да, я лишканул. Серую нет, красную оставим. Так, вообще в идеале сейчас подобрать торс, который прям цвет в цвет с... вот этими шортами. Вот это будет чудо, если ли получится. Ну, в принципе, вот это интересный. Но давайте пока посмотрим. На шорты, кстати, я внимание... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот назад. О! Слушайте, а довольно-таки интересно. Дальше это пока все мимо. Это тоже все мимо, мимо. Мне кажется, нужна вообще какая-нибудь... тоже нормально. Самурайский мимо. Оранжевый, ну, шортики у нас все-таки алые по цвету. О! О! Чина. Нормально? Нормально. Енотище мимо. Пока что два торса уже есть. Может быть, даже три. Так, о. Ну, плащик тоже, в принципе, по цвету и тоже неплохо смотрится. Тут разный цвет. Вот это почти одинаковый. Просто на одном мониторе у меня вот тут цвет одинаковый, а на втором разный. Но вот эта куртка, охренеть, как сюда подходит. Это чудо. Дальше, это такое себе, ну, чисто серо... Вот красненький цвет, кстати, почти такой же, как и шортики, поэтому оставить можно. Дальше, это мимо, что у нас еще есть? Это все мимо... За рейтинг. Ну вот, кстати, техник неплохо с этими шортиками. Это все мимо тоже. Тоже. Нормально. Дальше черно-красненький.
Так, футболочка. Вот это тоже интересно. Дальше, это мимо, это мимо, это мимо. Это не скрывает броник. Такое себе, такое себе. Все получается. Но довольно таки интересные сеты с этим. Тут торсом у нас подобрать получилось. Чего стоит только вот этот торс. Конечно, тут есть анимация, но мне кажется, это не печально. Но где? Вот эта курточка с этими шортами, это моя любовь. По поводу обуви. Они огромные, красные, говнодавые, такие же, как и за первый уровень. Максимум, что, наверное, можно исполнить, это подобрать какой-нибудь максимально дефолтный черно-красный сет. И если вам именно по цветовому сочетанию это все зайдет, то это можно оставить. Именно то, что они огромные, шо капец. Если нет, то просто их не используйте. Вот и все. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. И да пребудет с вами стиль.